Так, дядя Яша, что ты еще хотел сказать, что человеку можно сказать да, спасибо, большое который... спасибо. Реально вот черненькие, розовенькие, практически 90% редиски оказались. Мы их с удовольствием потом выберем из них самых лучших. Сейчас малька получим, и их уже будем сортировать. Санцетики какие-то получились. Ну, тут вообще непонятно, кто получился. Это тоже, опять же, надо дорастить. У нас вот здесь оно больше не было. Ну, да, получились оранжевых чернохвостиков. А их плохо видно, вряд ли. Ну да, ну они еще света. Ну не смогла я, не смогла. Ну что, покажу вам хромисов. Хромисы отметали. Ну вот циклитки чем как бы интересны и хороши? Тем, что вот они вот так вот умеют. Ну, кстати, здесь такие зашуганные маловицы сидят все такие. Речники озерников замотрящие. Да, 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 они их там зафигашили, и пойдите отсюда, у нас тут детки. Ну, это потому что маловицы еще не самые жесткие. Если бы были какие-нибудь Базулу Ред, там, ну, Базулу Прости, они бы, кроме собой, точно сделали бы и загнали в угол. Ну, мы готовим вот так вот здесь все это дело. Дядю Яшу я упрошу сейчас снимать. Открываем эту штуку. Снимать и будем есть. Малька забирать. Надо металлическую трубочку стеклянную поставить. На, вот так вот меня снимай. Я же ничего не думал, что так заходит. Вот там примерно вот так. Я же косоглаз. Да, ты так косо снимай, чуть-чуть. Пластикового нет наконечника? Чё? Не особо какие-то. Лучше собираются. Соберутся сейчас. Но нам же не все нужны. Родители ушли и обиделись. Дядя Андрей забирает потомство. Но мы их не обидим. Ну да, да, да. Самочка пытается защитить, вступить с детьми. Ну слушай, вроде, не знаю. Нет, сейчас они на грунт легли, там половина-то не нас... Не-не, я прям хорошо их тут это... Не пуганы еще. Все равно кто-то все равно вылезет. Потом родители, я думаю, ну и им оставим, пускай там занимаются она, этим. Он, как она защищает. Да, да, не боится. Нападает. Не боится. Да. Ну все, хватит оставить. Держи, держи. Опа. Вот там была какая-то вода. Давай. Взял. Вот они. Прикольненькие такие. Ну и все, в принципе, пометик взяли, больше их не будем трогать. Вот смотри, да, тот помет, который там был, он весь сгнил. Выстраданный. Да, он весь это сгнил, здесь... а здесь он весь выжил. Биология, биология другая, родители. Пару сантиметров грунта уже в установившемся аквариуме. Сколько? Ну месяц? Меньше месяца даже. Ну да. Но опять же, грунт у нас был не особо перемытый, мы просто встряхнули от него от всякой пыли и засыпали прям с бякой, с какой. Через день вода очистилась и стала прозрачной, потому что поставили губочку на фильтр и потом уже через неделю поставили внешку. Что, он еще один малек? Ну, я думаю, там не один. Упускаем так, чуть-чуть вот оставим. Надо, да, не один. Третьего хромиса отсадить надо, чтобы не узнать, один что он у нас, там. Кто из них пара, а кто из них лишний. Да ничего, красивые ребята. Есть резервный хромис, налетай, народ, налетай. Не отдадим, не отдадим. Малек будет месяц через два. Вот, пожалуйста, вы видели, через пару месяцев будут от них уже нормальные. Красивые, да. Да. Так что, вроде надо, как бы типа считается мусорная рыба, а нифига подобного. Да, вот. Она отлично дополняет. Я вообще не знаю, какую рыбу можно назвать маловиц. Мусорной. Ну, красных, чисто красных маловийцев, на самом деле, зебра, ред-ред, двойной ред, ну блин, она злая, как собака. Мало того, зебра отлично скрещивается с елошками, поэтому я никогда зебру не держу с елошками в одном аквариуме. То есть это, в принципе, в маловиннике можно держать? Да, 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 это африканские, цвет. Да. Красных можно держать с маловийцами. Для создания цветовой гаммы полной, желтенькие маловийцы – это елошечки самые мирные, синенькие джексоны, допустим, или феночилус какие-нибудь синенькие, можно тоже это... А красненькие хромисы, ну, конечно, полосатенького можно чего-нибудь добавить, но не особо злого. Ну, вот из синих бы, нежно-голубых, опять же таки, пиндани, можно
можно пиндани, но они тоже злобноватые, как и зебры, но чуть пиндани, они же белые, да? Нет, пиндани, Псевдотрофеус соколова, они синенькие, с черным кантиком, как у елошек. Они не пиндани, но снежный принц это есть. Снежный пиндани. Принц это белые. Пиндани, нет? Есть пиндани-альбиносы. Да. Нет, беленьких, да, снежных принц или пиндани-альбиносы взять. Ой, юлидохромисы. Ой, меланохромисы, ауратусы красивые, но они для общего аквариума, к сожалению, не очень, они начинают строить всю рыбу. Опять же, вопрос аквариум объема. Если 500 литров, то малавийцев можно посадить всяких разных, и каждый найдет себе уголочек в состоянии. Если это 150-250 литров, ну, блин, я бы ни чипок, ни меланохромисов никаких не сажал бы. Ну, просто они застраивают весь аквариум, но некрасивый картинка получается. И все спрятаны. Да даже сейчас от промиса вроде бы казалось бы. На, им тут дал, убежал. Те понимают, они даже сюда не ходят, что здесь малек. Сам Джексон он носит малька уже вторую неделю, по-моему, носит. Нам да, все лень. На вон, на вон, на вон. Нам все лень.